Здравствуйте, в эфире телеканал «Архыз-24. Новости экономики». Главные экономические события минувшей недели обсудим и проанализируем вместе. Получили бесплатную юридическую консультацию. В ауле Эльбурган прошел прием граждан, организованный государственным юридическим бюро. Каждый желающий мог прийти и задать интересующий вопрос. Как оформить земельный участок или какие документы необходимы для участия в программе «Молодая семья», ну или другое. Мои коллеги также побывали на встрече. У меня дом. Тимур Кумуков, житель аула Эльбурган, обратился за юридической консультацией по земельному вопросу. Дело в том, что несколько лет назад его отцу достался в наследство дом с земельным участком. Теперь, по прошествии времени, когда взялись за оформление бумаг, оказалось, что на землю нет необходимых документов, чтобы вступить в наследство. Директор юридического бюро пояснила мужчине, что у него есть несколько вариантов оформления земли. Либо в аренду, либо в собственность. И объяснила порядок действий. Оформляете полностью документы, вызываете кадастрового инженера там по фактически сложившимся границам, чтобы споров не было с соседями. То есть основное это сейчас оформить кадастровый учет. Без кадастрового учета вы право собственности ни на землю, ни на дом не получите. Такой официальный через Росреестр. Поэтому начинаете с кадастровых инженеров, ставите на кадастровый учет. Обращайтесь в управление Росреестра. Если возникнет вопрос, конечно, по наследству, тогда нужно будет обратиться в суд. А вот Элла Джамбекова – мать-одиночка. Она является участницей программы для молодых семей. Более того, у нее самой имеется инвалидность. Женщину интересовал вопрос, имеет ли она какие-либо льготы и может ли быстрее получить субсидию по программе. В управлении по делам молодежи мы уточним, программу тоже посмотрим. Вы, в свою очередь, обязательно обратитесь, зафиксируйте тот номер порядковый, в котором вы на сегодня состоите. И если необходимо будет, донесите документы. То есть определите, что у вас, что вы мать-одиночка, что имеется инвалидность. Стоит отметить, что большинство вопросов на встрече касались все же оформления права собственности на землю и недвижимость. Подобные бесплатные юридические консультации сотрудники бюро оказывают всем желающим. Также проводятся выездные приемы граждан во всех районах республики. По словам директора, основная цель таких встреч – помочь людям в решении их обращений. Мадина Лайпанова, Мурат Кимрюгов, Далиль Мирза, Архыз-24. Регулирование тарифов в сфере ЖКХ, недопущение необоснованного роста цен по коммунальным платежам, а также ход реализации в республике проекта «Комфортная городская среда». Эти и другие вопросы стали основными в ходе традиционного совещания общественного совета в сфере ЖКХ при главе Карачаева-Черкесии. Более подробно в сюжете моего коллеги Эрнеста Чукова. Не допустить резкого скачка роста тарифов на ЖКХ. Любое повышение цен должно быть обоснованным и в пределах допустимых значений. Такое решение вынес сегодня общественный совет в сфере ЖКХ при главе Карачаева-Черкесии. Члены совета рекомендовали всем заинтересованным структурам, в том числе региональному управлению по тарифам и ценам, усилить контроль за применением тарифов по коммунальным услугам. Процесс формирования тарифов должен заключаться в поиске компромиссов между техническими задачами и финансовыми возможностями поставщиков услуг и платежноспособном спросе потребителя. В результате всех корректировок с 1 июля тарифы на электроэнергию выросли на 3,3%, по теплоснабжению на 2%, по водоснабжению и водоотделению также на 2%. У нас тарифы для населения по тепловой энергии значительно ниже по некоторым муниципальным районам, чем экономически обоснованные. Поэтому некоторые предприятия большую свою часть доходов получают через бюджет, нежели через реальных потребителей. Это несколько балует предприятия в нашем представлении, потому что предприятие становится менее заинтересованным в работе с клиентами. Но, тем не менее, это факт. Это норма закона, и по этой норме закона мы сегодня работаем. Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос реализации проекта по формированию комфортной городской среды. Члены совета отметили важность своевременной реализации проекта в 2017 году, а также рекомендовали региональному Минстрою обеспечить участие в программе всех населенных пунктов с численностью населения 1000 и более человек. Эрнест Чуков, Далиль Мирза, Архыз-24.
Плати со скидкой. Выгодное нововведение касается самых востребованных услуг, предоставляемых ГИБДД и подразделениями по вопросам миграции. Например, оформление загранпаспорта при электронном обращении станет дешевле на 1050 рублей. Для получения водительского удостоверения вместо 2000 вы заплатите госпошлину в размере 1400 рублей. С начала этого года МВД по Карачаево-Черкесии оказало более 100 тысяч государственных услуг. Наиболее востребованными из них являются услуги по линии миграции и ГИБДД. Совершать электронные платежи можно с помощью сайта госуслуги и мобильного приложения, используя при этом банковские карты, электронные деньги и средства со счета мобильного телефона. Таким образом, у жителей России появилась возможность удобно, с минимальными затратами времени, получать государственные услуги и при этом сэкономить. Вести бизнес, не ухудшая экологию региона. Этому принципу должно следовать любое предприятие. Правда, соблюдает это простое правило далеко не все. За нарушениями в области природопользования и охраны окружающей среды постоянно следит Республиканское управление Росприроднадзора. О том, какие противозаконные действия совершают нечистоплотные организации, рассказали на публичном обсуждении результатов правоприменительной практики органа госконтроля. В совещании приняли участие представители прокуратуры, ОНФ, общественных организаций, органы власти, а также сами предприниматели. Кроме того, в управлении обсудили вопросы снижения административных нагрузок на бизнес. Екатерина Иванова расскажет подробнее. Экологический контроль – важнейшая правовая мера обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды от вредных взаимодействий. И именно посредством такого контроля в основном обеспечивается принуждение недобросовестных предпринимателей к исполнению экологических требований. За первое полугодие 2017 года Управление Росприроднадзора провело более 70 проверок и рейдов, в ходе которых было выявлено 93 нарушения. Это несоблюдение требований при строительстве объектов, выбор вредных веществ в атмосферу, самовольное использование водных объектов и недр, а также несоблюдение экологических требований в области обращения с отходами. К слову, именно этот вид нарушений едва ли не самый массовый, несмотря на то, что штраф за подобное нарушение составляет 50 тысяч рублей. В текущем году нами направлен один материал в прокуратуру по факту осуществления деятельности без лицензии. Также один материал направлен в суд, и требование управления судом было удовлетворено. Еще одна проблема – несанкционированные свалки. И здесь специалистам Росприроднадзора не обойтись без помощи общественных организаций и простых граждан, которые могут сообщить органу о противозаконном загрязнении земельных участков. Благодаря информации, которую получают ответственные ведомства, проведение рейдов становится гораздо проще и эффективнее. С прошлого года нам удалось, я считаю, достаточно эффективный механизм взаимодействия выработать, потому что у нас были и совместные выезды по поводу выявления вот таких мест, и по сигналам граждан, и просто по каким-то сигналам в соцсетях, в интернете и так далее, и так далее. И просто мы уже просто то, что знаем, да, что где-то есть определенные проблемные места, мы собирались вот с сотрудниками управления, посвящали этому время, выезжали в районы республики. Практически все районы, они были охвачены такими рейдами. Несмотря на то, что нарушений из года в год меньше не становится, административная нагрузка на субъекты малого и среднего бизнеса с 2014 года гораздо снизилась. Этому поспособствовала позиция государства в области улучшения бизнес-климата. Так, с 2014 года количество проверок снизилось с 70 до 20, а административный штраф теперь сменили предупреждение. На 2018 год мы запланировали 15 проверок на весь год. На 80% с 2014 года у нас на 80% снижение проверок идет. За 2017 год уже было заведено порядка 70 административных дел на равнодушных к проблемам экологии предпринимателей. И тем не менее специалисты Росприроднадзора уверены, что лояльное отношение к начинающим бизнесменам поспособствует их добросовестному обращению с окружающей средой. Екатерина Иванова, Ислам Джукаев, Заурлиев, Архыз 24.
Жаркая пора для аграриев республики. На полях Карачаево-Черкесии завершается уборка зерновых колосовых. Уже убрано порядка 20 тысяч гектаров посевных площадей различных сельхозпредприятий региона. Средняя урожайность этих культур составляет около 36 центнеров с гектара. Вот и в сельхозартели «Кубань» Прикубанского района, в одном из старейших колхозов нашей республики, аграрии показывают неплохие результаты. Порядка 44 центнеров с гектара озимой пшеницы. На полях предприятия побывала моя коллега Дарья Назарова. С самого утра в одном из самых старейших сельхозпредприятий республики артели «Кубань» кипит работа. Над раздольными полями не смолкает гул зерноуборочных комбайнеров. После проливных дождей сейчас погода благоприятствует труженикам, поэтому они в полной мере используют погожие дни, чтобы быстрее и качественнее убрать закрома весь выращенный урожай. Сегодня СПК «Кубань» считается одним из самых успешных хозяйств республики, крепко стоящих на ногах уже более полувека. 80-летний Сосланбек Байчуров трудится в этом хозяйстве уже больше 40 лет. Работал и трактористом, и механизатором, и даже агрономом. А сегодня следит за противопожарной безопасностью на полях. Мужчина является одним из немногих, на чьих глазах развивалось предприятие. Большой разницы, по-моему, нету. Разбивание так идет, как тот раз и этот раз тоже. И то время, и в это время тоже так же идет. Нормально идет. Мы обрабатываем, пашем, сеем, культуры меняем разные. Пшеница, свекла, кукуруза, подсолнечник, овес. Ну, какой культура скажут, так и мы сеем. Я один день, как я пенсию вышел, на один день не стоял дома. Всю жизнь работал. И сейчас работаю. И буду еще работать. С ходом уборочной кампании в Кубани ознакомился и глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В сопровождении членов правительства республики и министерства профильного ведомства он посетил сельхозугодья Кубани, пообщался с его председателем. Собрали где-то 3200 тонн пшеницы, продовольственной пшеницы. Я вам скажу, в этом году пшеница у нас очень качественная. В ходе рабочей поездки Рашид Тимрезов дал поручение Министерству сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики провести информационно-разъяснительную работу с руководителями всех хозяйств республики по вопросу получения грантов, субсидий, льготного кредитования и других видов государственной поддержки. Также глава республики сообщил о том, что принял решение учредить в Карачаево-Черкесии конкурс профессионального мастерства среди представителей рабочих специальностей и аграриев. Были обсуждены вопросы хранения выращенной продукции, а также перспективы предприятия «Кубань», связанные с проведением уборочных работ, закупки техники. В этом году мы взвесили все свои возможности, думаем увеличить дивиденды своим пайщикам. Примерно на 50... Это в основном жители села Дружба, да? Все, да, они жители села Дружба, которые раньше в этом же хозяйстве они работали. В основном они пенсионеры, некоторые уже наследники пошли. Династии. Вот, да, поэтому примерно на 50% то, что мы давали до сих пор, думаем увеличить вот в этом году выдачу дивидендов. Ознакомившись с предприятием, руководитель региона отметил, что здесь работают настоящие труженики, которые вносят неоценимый вклад как в развитие этого колхоза, так и в развитие сельского хозяйства нашей республики в целом, полностью оправдывая звание колхоз-передовика. Стоит отметить, что за последние несколько лет все аграрии Карачаево-Черкесии показывают неплохие результаты. Кое-кто даже бьет рекорды. Позапрошлом году 405 тысяч тонн зерна мы собрали. В прошлом году 440, по-моему, тысяч тонн. Да? Это просто небывалые результаты, потому что буквально даже 5-6 лет назад урожайность валового зерна составляла где-то 250, ну максимум 300 тысяч тонн. В этом году мы надеемся, что как минимум соберем 380 тысяч тонн с учетом кукурузы. Но если, опять-таки, гидромедцентр нас не подведет, надеемся, может, даже повторим позапрошлогодний результат, где-то порядка 400 тысяч тонн зерна, надеемся, собрать. Сегодня в Кубани не просто занимаются выращиванием различных сельскохозяйственных культур, но и взаимодействуют с государственным сортоиспытательным участком, а также разводят крупнорогатый скот мясного направления. То, что предприятие не прекращает успешно развиваться и достигать высоких показателей в производстве, подтверждают и цифры урожайности. Судя по этому году, результаты неплохие. Озимую пшеницу мы получили порядке, это основная культура зерновая наша, порядке 44 центнеров с гектара. По сравнению с прошлым годом это на уровне. А по сравнению с предыдущими годами это выше, чем в 2015 году и в 2014 году. Буквально на днях на территории нашей республики уборка зерновых колосовых завершится. И на поля аграрии выйдут уже в середине сентября на сбор урожая кукурузы и подсолнечника. Дарья Назарова, Заурлиев, Архыз 24.
Открыть свой бизнес легко. В многофункциональном центре появился новый портал «Бизнес-навигатор». С помощью него молодые предприниматели смогут за считанные минуты составить бизнес-план любой сложности. Принципы работы портала в сюжете моих коллег. Магомед Тимиров – один из первых, кто решил воспользоваться бизнес-навигатором. Буквально недавно, чтобы составить грамотный бизнес-план, у парня уходил месяц, а то и больше. Планы на будущее у молодого предпринимателя весьма оптимистичны, а поможет ему в этом новый портал «Бизнес-навигатор». Друзья подсказали мне, что можно прийти в МФЦ и зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор», что позволяет сократить время написания проекта и зарегистрироваться можно в течение очень короткого времени. Количество молодых предпринимателей стало в разы больше благодаря новому инструменту бизнес-навигатору МСП. Новый портал позволяет гораздо эффективнее выполнять работу по составлению бизнес-плана и в использовании весьма прост. Он поможет вам создать бизнес-проект, начиная с момента принятия решения и заканчивая днем открытия. Мы пытаемся пойти в банк за кредитом. И для того, чтобы его получить, нам нужно собрать кучу всяких разных бумаг. Начиная с регистрации индивидуального предпринимателя, куча всяких соглашений, куча всяких согласований, плюс еще и бизнес-планы для того, чтобы получить это. И у нас были целые конторы, которые занимались разработкой бизнес-планов. Работа портала легка в использовании. Выбирайте город. В систему внесены все города Российской Федерации численностью более 100 тысяч человек. Программа показывает наиболее выгодные для бизнеса районы. Выбирает она по соотношению спроса и предложений. Далее выбирайте необходимый вид бизнеса. И на карте сразу видно прямых конкурентов, как сетевых, так и обычных. И это только малая часть функций, которые содержат в себе новая услуга. Такие новшества не могут не радовать новых предпринимателей. А чтобы составить себе подобный бизнес-план, при себе нужно иметь паспорт и ННН. Если раньше, чтобы составить свой бизнес-план, необходимо было тратить много времени и сил, то сейчас достаточно прийти в МФЦ с необходимыми документами, подойти к специалисту, и тогда в течение 10 минут абсолютно бесплатно вы получите необходимую помощь. Ислам Жукаев, Мурат Кемрюгов, Заурлиев, Архыз-24. Зачем платить за съем чужой квартиры, если можно отдавать деньги за собственное жилье? Спрос на ипотеку снова набирает обороты. Ежемесячно Сбербанк выдает 50 кредитов на приобретение жилья. Кроме того, оформление ипотеки проходит намного удобнее и быстрее в связи с появлением новых сервисов и систем банка. О них в сюжете моей коллеги Анеты Дышековой. Анна Дудкина – одна из тех, кто воспользовался ипотечным кредитованием и приобрел собственное жилье. Теперь не нужно платить за съем чужой квартиры. Перед тем, как взять жилье в ипотеку, Анна решила, что кредит будет брать только в Сбербанке. Это было где-то около года назад, когда появилась необходимость в собственном жилье. Это был, пожалуй, такой прекрасный выход из сложившейся ситуации, чем оплачивать чужому человеку. Те же самые деньги можно было оплачивать за свою квартиру. Поэтому не жалею тем, что воспользовалась этим. Я в качестве созаемщиков привлекла своих родителей, а они получают оба зарплату на сбербанковские карты. Ну вот, за счет этого тоже там повлияло на процент, и поэтому я предпочла Сбербанк. На сегодняшний день Сбербанк наблюдает активный спрос на ипотеку. Количество выданных кредитов с начала 2017 года прирастает на 30% по отношению к 2016 году. Ежемесячно банк выдает около 50 кредитов на жилье. А с июня этого года Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке жилищных кредитов. Кроме того, банк напоминает о своих сервисах, разработанных для удобства оформления необходимых документов. Среди них сервис электронной регистрации сделок. Этот сервис позволяет при получении ипотечного кредита подать документы прямо в офисе банка на регистрацию перехода права собственности в электронном виде. При таком способе подачи документов срок услуги сокращается до 3 дней. Одновременно при совершении электронной регистрации можно получить скидку к процентной ставке по ипотеке. По готовому жилью это будет 0,5%, а скидка на покупку новостроек 0,7% составляет. Также Сбербанк вывел на рынок онлайн-сервис под названием «Домклик». Он также позволяет существенно сэкономить время без лишних походов в банк. Запущено также мобильное приложение для оформления ипотеки через «Домклик». То есть у клиента есть возможность оформить заявку, не выходя из дома. Это в любом месте можно сделать в любое время. То есть обладатели смартфонов могут спокойно подать заявку и получить решение по данной заявке.
Также, то есть, чтобы для того, чтобы подгрузить документы, достаточно будет их сфотографировать и подгрузить приложение. Есть еще одна новая система – это «Партнер онлайн». Данная услуга позволит заемщику, не посещая банк, подать заявку на ипотеку в офисах партнеров Сбербанка. Срок рассмотрения заявки длится от 2 часов до 2 дней. В банк клиенту будет необходимо прийти уже на подписание кредитной документации. Таким образом, клиенты становятся гораздо ближе к реализации своей мечты. Анета Дышекова, Радомир Князев, Архыз, 24. На сегодня это все. Мы продолжим следить за новостями. Смотрите «Экономику» на нашем телеканале и всегда будьте в курсе.